Вопрос к тебе. Привет. Привет. У меня все нормально. Все, это... Пока. Это... Нет. Ну. К нам на YouTube-канал. Вопрос про Володю XXL. Как ты рассматриваешь со стороны главного тренера такое поведение своего игрока? Да почему здесь главный тренер? Ну ты же главный тренер команды. Так почему здесь главный тренер? Ну, в принципе, это так себя вести нельзя. Главный тренер, а не главный, обычный человек, необычный. Угу. Будут какие-то санкции против Володи со стороны тебя? Если даже какие-то будут, то это останется у нас. Не, они, конечно, будут, но это останется внутри. Но это какой-то штраф или на игровое время? Во-первых, надо, чтобы он вернулся. Пока, а ты знаешь, где пока он? Пока недоступен человек. Он не отвечает, не выходит на связь, да? Ну, говорили, да, не выходит. Но вот, ты, короче, поэтому... очень негативно относишься к этой ситуации, да? Нет. Люди, делайте так же. Ну, Валь, ну, блядь, ну что за вопросы? Он даже матюгнулся, напомню. Ну, конечно, негативно. Ну, как можно к этому относиться? Ну, я говорю, это... Просто не понимаю, зачем это снимать вообще? Во-первых, ты вообще, в принципе, это аморальные какие-то действия. Ну, а во-вторых, зачем это снимать, куда-то выкладывать?